Друзья, всем привет, с вами установочный центр ПК Авто. Сразу же записываем видео после нового Кашкая. Если эти видео выйдут в по порядку, я просто не знаю, не монтирую их, а только записываю. В предыдущем видео видно было этот Кашкай. Тот Кашкай был 21 года, это 2014 года. Тот был пустой, это комплектация с кругового обзора. С круговым обзором. Магнитола одинаковая стоит. Разные провода. И все, установка также одинаковая. Теперь по магнитоле это производитель Vomi, серия ZX232, 8 ядер, слот под симку есть. Штатный GPS работает, USB работает, кнопки на руле работают, круговой обзор также работает. Включаем реверс, у нас включается круг, линии поворачиваются. Парктроников, кстати, почему-то здесь нет. Есть круговой обзор, но нет парктроника. Принудительно включить круговой обзор кнопочкой камеры. Нажимаем, у нас включается передняя камера, вид сверху. Правая парковочная камера, и выключается круг полностью. Главный экран магнитола, вот эти 5 иконочек можно менять на любые, но мы выставили YouTube, телевизор, инструкция, кстати, полностью про эту магнитолу и полностью на русском языке. Заходим и читаем все, что нужно. Увеличиваем, естественно, мультитач-сенсор, все это есть. Подсветочка при включении габаритов. То есть мы можем вот при выключенном свете максимальная яркость, при включении габаритов можно сделать минимально. Да, на камеру видно. Радио. Радио у нас с логотипами. Выбираем Like FM, например. Нажимаем, удержим, и появляется логотипчик. LED у нас здесь только одна станция. Так. Станции можно запомнить 18. Меню всех приложений, это обычно Android, Play Market, если у вас Android, ваш же аккаунт вводите, заходите, скачиваете все, что нужно. Разделение экрана вы уже видели, два квадратика нажимаем, Яндекс.Навигатор, книжечку нажимаем, он становится слева, справа выбираем любое другое приложение. Например, YouTube. Где он у нас? Нажимаем YouTube. Два экрана работают независимо друг от друга, можно пользоваться и Яндексом, и листать видосы, смотреть там. Дальше, следующий, предыдущий. Поехали в Сбербанк. Магнитола сейчас подключена к нашему Wi-Fi, но так как в ней есть LTE, можно ставить сим-карту, и интернет будет независимый. То есть повернули ключ, и всегда есть интернет. Сейчас повернули ключ в режим модема, магнитола подключилась, и едем на весь экран. Приборка у нас синхронизирует время, радио, все как и должно быть. Выбрали USB, будет приборка показывать USB. Можем включить клип на весь экран, делаем громче и едем, смотрим клип. Онлайн-телевидение, все это также тут есть, все в реальном времени, цифровое от интернета. Нет никаких уже допотопных ТВ-тюнеров, чтобы устанавливали антенны в бампера, такого не нужно, где ловит всего 30 каналов. Тут все в вашем распоряжении, полностью весь интернет. DSP-процессор, усилитель звука, есть пресеты. Делаешь рок, и все, машина играет вообще по-другому, на другом уровне. Ну и сам можешь настроить себе эквалайзер как нужно. Сразу выбирается свой. Если у вас есть вопросы по магнитоле, переходите по ссылке в описании, звоните, пишите, в WhatsApp пишите, оставляйте заявки на сайте, мы вам перезвоним, отправим в любой регион. И если вы из Москвы, приезжайте к нам за качественной установкой, с гарантией на оборудование, для дилера, на услуги, на все есть гарантия от нас. Это сегодня четвертый уже у нас X-Trail Кашкай. Ну, X-Trail Кашкай, почти одинаковая машина. Мы их уже вообще как семечки. Мне кажется, уже больше 1000 их было. Классная машина, не хватает только магнитолы. Это 10 дюймов, это огромный экран. Всем пока, до новых встреч.